Глава Якутии принял участие в открытии Евразийского алмазного центра. Напомним, Егор Борисов прибыл во Владивосток 2 сентября для участия во втором Восточном экономическом форуме. Инициатива создания на территории свободного порта Владивосток инфраструктурного кластера алмазно-бриллиантового комплекса была высказана Якутией на прошлом форуме. В течение года прорабатывались механизмы интеграции отечественных компаний, просчитывались детали экспортно-импортных операций, прежде всего с Китаем, Японией и Южной Кореей. По мнению экспертов, преференции и льготы, предоставляемые на территории свободного порта, гарантируют благоприятный климат для развития производств, использующих ювелирные и технические алмазы. Это касается как огранки, так и производства инструментов. По общему мнению, состояние гранильной отрасли в целом не зависит от площадки размещения продажи. Ведущими факторами являются грамотная логистика, условия реализации и добавленная стоимость.